Сегодня у нас радостный момент. Сегодня у нас выпускной 23-го потока. Сегодня мы всех хотим поздравить. И сегодня я буду вручать каждому сертификату. И обязательно тоже, я думаю, мы услышим много отзывов, историй, да, каких-то слов. А сегодня кураторы обязательно, да, наши тоже скажут много теплых слов. Друзья, студенты наши любимые выпускники, теперь уже наши коллеги, с удовольствием вас поздравляю. Я считаю, что это ваша победа. Ребят, я вас всех поздравляю от всего сердца, от всей души. Желаю вам, конечно же, продолжать развитие, не останавливаться. И все только начинается. Это только тот шаг, который открыл вам новую вселенную. И в этой новой вселенной столько возможностей для исследования, для интереса, для познания самого себя. Пусть путь ваш будет светлым. Несите добро в мир, и он ответит вам тем же. Ну и что же, друзья, давайте перейдем к самому главным звездам нашего сегодняшнего вечера. И, естественно, это к нашим выпускникам. До твоей школы, Никита, я вообще считала, что это бред какой-то. Честно скажу, слово «гипноз» мне представлялся только как эстрадный номер. И я так многому научилась за это время, так глубоко поняла себя и других людей. Я просто именно в этой школе получила на все свои вопросы, которые в течение жизни у меня возникали, на все вопросы ответ получил. У меня, честно говоря, есть вот эти блоки, которые мне на самом деле... Я сколько обращалась и к психологам, к этим гипнологам, да. То, к чему я стремилась больше 40 лет, произошло именно на вашем курсе. За такой короткий промежуток я уже научилась помогать людям. Ну, я прям рада, что я попала. Я в восторге. Это сказка. Я очень довольна. Очень вам благодарна. Спасибо большое, что вообще в моей жизни это произошло. Вот такая организация, вот все самое лучшее, все самое хорошее. Я даже не хочу другое пробовать идти, по сути. Мне у вас очень понравилось. Я очень рада, что я была в вашей школе. Ну, сказать, что это волшебство, я даже не могу назвать это волшебством. Это наука, да, целая наука. И вы смогли эту науку нам показать за смешных полтора месяца. Готовый пенок для превращения гусениц в прекрасных бабочек. Сейчас я себя чувствую новым человеком, совершенно другой. Я другой человек. Ну, и действительно, это очень качественно подано все. Я тоже проходил много различных обучений, и там, ну, так скажем, за там, очень большие деньги. Но настолько качественного подхода я, конечно, даже не ожидал, если честно. Материал подается прям емко, без всякой воды. Все самое главное. И мы как губка все это впитывали. И за такое короткое время столько много информации полезной, интересной. Но вот ваша школа, она точно отличается. Она вот, знаете, это вот настолько все поставлено четко, настолько все продумано, настолько все действительно истинное. И то есть я буду ее просто советовать. Мне кажется, что каждый, вне зависимости от того, должен пройти такую школу. Это просто для себя. Для понимания, для того, чтобы прийти к себе и вот, чтобы понять себя лучше и окружающих. И, наконец-то, полюбить и жить просто в благости, быть счастливыми, здоровыми, как нас и создал Всевышний. С помощью ваших инструментов, которые вы дали за такой короткий срок, задав всего лишь один вопрос, оказывается, можно помочь человеку. Наши кураторы, они, вот знаете, вот напишешь, и вот буквально тут же ответ. Дают такие, ну, удельные комментарии, в то же время поддерживают очень. То есть так грамотно это сделано. То есть я такого тоже, честно говоря, не видел, такого вовлечения. Я не хочу уже кармических учителей, я хочу духовных наставников. Вот этих я наставников нашла. Спасибо нашим кураторам. Особую благодарность Жене. И прям вот такой поддержкой, как будто вот только научили ходить. Отдельное спасибо кураторам нашим, Светлане и Евгении. Тоже прям 24 часа с нами. Всем девчатам
Вот прям вообще красавчики. Вот. Луиза, ты волшебная. Это было очень уютно, комфортно. И все, вот Светлана, Евгения, тоже хочу поблагодарить. Луиза, большое спасибо. Вот я очень прям вот всех благодарю, всем огромное спасибо. И вот всех прям вот обожаю, люблю. И... Большое спасибо. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. По завершению школы вы не остаетесь выброшенными за борт, одиноко бредущими со своим сертификатом, и вот перекати поле, и такая грусть. Нет. Уже завтра у вас будет новая встреча. И только завтра начнется ваша собственная новая глава, которую вы начнете писать. Пишите ее с любовью, ведь вы уже знаете, кто автор своей жизни. Именно вы. Друзья, обнимаю. Пишите всю красоту своей жизни.